Авария произошла на подземном чугунном водоводе диаметром 700 мм в районе Орского проспекта. На данный момент восстановительные работы ведут 12 человек и 4 единицы техники. Более 10 тысяч человек остались без водоснабжения, что сильно ударило по жизнедеятельности арчан. Школы перешли на дистанционный режим. Детские сады сегодня не работали. Был организован подвоз воды для населения. За ходом ремонтных работ лично следит министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин. Министр уже побывал на месте ЧП и провел совещание в администрации города. Ориентировочное время подачи водоснабжения 24 января 18:00. Окончательные работы по восстановлению должны закончиться к 11 вечера. Вместе с этим возобновят и подачу горячей воды. София Севастьянова, городской телеканал ЮТВ.